Добрый день! Рада приветствовать вас. Меня зовут Мария Шумеева, руководитель отдела продаж бренда Exit. Сегодня у нас на выставке представлены премиальные автомобили Exit, премиальное кросс-купе Exit RX, премиальный семиместный флагманский внедорожник Exit VX и среднеразмерный кроссовер Exit TXL. Более подробно я расскажу про ожидаемую новинку бренда Exit. Это премиальное кросс-купе Exit RX. Обратите внимание на его стремительные линии, на его обтекаемые формы и ручки заподлицо. У этого автомобиля один из самых лучших аэродинамических коэффициентов в классе. Автомобиль Exit RX представляет класс кросс-купе. Exit RX оснащен двигателем 2.0, 249 лошадиных сил, 7,6 секунд до 100, полный привод, интеллектуальная система полного привода с амортизаторами. Этот автомобиль имеет 7 режимов вождения: грязь, снег, колея. Она подстраивается, адаптируется в зависимости от типа поверхности самостоятельно. Если говорить про уникальные свойства этого автомобиля, этот автомобиль оснащен системой NFC. Вы можете завести автомобиль, включить его при помощи вашего телефона, с помощью приложения. Достаточно прикоснуться к зеркалу заднего вида, боковому зеркалу, и автомобиль откроется, заведется, вам даже нет необходимости иметь при себе ключ. Перед автомобилем светодиодная оптика выполнена в форме буквы Сигмы. Это узнаваемый силуэт. Если говорить о том, для кого этот автомобиль, то для тех, кто хочет выделяться из общего потока. Этот автомобиль, опять же, благодаря своему форме, благодаря своему силуэту, благодаря своим узнаваемому силуэту и буквам Exit, отлично выделяется на фоне общего потока. Инновационная решетка радиатора, которая напоминает нам соты. Опять же, стоит отметить, что этот автомобиль первый китайский автомобиль, который получил премию за дизайн года. 20-дюймовые колесные диски с красными суппортами. И обратите внимание на шины Michelin. Европейская шина, которая в том числе отвечает за шумоизоляцию. Шумоизоляция в этом автомобиле безупречная, и вы в этом убедитесь во время тест-драйва, который мы проводим на выставке. У Exit есть такой слоган «Born for more» – автомобиль, который рожден для большего. Соответственно, это автомобиль для тех, кто стремится к новым целям, для амбициозных, динамичных людей, которые любят совмещать как движение в городе, так и выезжать достаточно часто за город. Этот автомобиль уже представлен в нашем автоцентре у официального дилера Exit, который расположен на Лещинского 4. Автомобиль доступен для тест-драйва. Автомобиль доступен к приобретению в наличии и также под заказ. На этот автомобиль распространяется уникальная гарантия 7 лет или 200 тысяч километров с пробегом. Плюс для гостей выставки у нас есть эксклюзивное предложение от нашего автоцентра. Если мы с вами заключаем соглашение о намерениях и вы приобретаете автомобиль в октябре, то вы получаете 6 бесплатных технических обслуживаний от нашего автоцентра. Стоимость этого автомобиля 197 тысяч белорусских рублей. Exit RX оснащен 2-литровым двигателем, бензиновым, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Exit RX оснащен 2-литровым двигателем бензиновым, 249 лошадиных сил, 385 крутящий момент, 7,6 секунды до 100 километров. Интеллектуальная система полного привода, которая адаптируется под типы поверхности и автоматически переключает их, анализируя дорожное состояние в режиме реального времени. Неимоверный комфорт от подвески этого автомобиля с регулируемой жесткостью амортизаторов. Соответственно, этот автомобиль легко и плавно справляется со всеми неровностями. Если говорить про адаптацию к нашим дорогам и к нашим
рынком. Этот автомобиль проходит оцинковку кузова специально для нашего рынка, для рынка России и Беларусь, с учетом наших погодных условий. Так как Exceeder X – это новая модель, она появилась в 2023 году, только получает своих новых клиентов. Если говорить про остальные модели Exceed, они имеют уже своих клиентов в России. Популярность этого бренда растет, и на текущий момент это самый продаваемый бренд на территории России. Предлагаю перейти к знакомству с интерьером Exceed RX. Сразу прошу обратить внимание на дверную карту. Здесь у нас расположена регулировка сидений, как поясничной основы, так и угла наклона сидения. Также на дверной карте есть уникальная кнопка приоткрывания двери. Нажимая на нее, дверь приоткрывается. В случае, если движутся автомобили сзади, эта кнопка помогает предотвратить столкновение. Она не позволит вам открыть дверь нараспашку. Здесь вот такой изящный рычажок для открытия двери. Дверная карта также оснащена системами хранения, удобное хранение для бутылки, для того, чтобы бутылка фиксировалась в отсеке и не создавала дополнительные шумы. Если мы перейдем в салон, обратите внимание на огибающий изогнутый экран 24,6 дюйма. По всему салону, я думаю, что вы обратили внимание, работает цветовая подсветка. Более 64 оттенков. Вы можете настраивать ее самостоятельно через мультимедийную систему. Руль спортивного нового типа. На остальных Exceed такой руль не представлен. Вы можете на руле настраивать адаптивный круиз-контроль, добавлять в избранные удобные для вас функции, которые будут отображаться на приборной панели. Удержание в полосе. Автомобили, идущие позади вас, все будет дублироваться здесь. Русифицированная мультимедийная система с голосовым управлением, которая также реагирует на русский язык. Вам достаточно сказать «Привет, Exceed, открой люк», «Привет, Exceed, включи радио», «Привет, Exceed, включи кондиционер». Кстати, что касается климат-контроля, трехзонный климат-контроль, этот автомобиль полностью готов к зиме. Зимний пакет, который предполагает обогрев руля, обогрев сидений первого, второго ряда, обогрев боковых зеркал, обогрев лобового стекла и форсунок. Обратите внимание, что водительское сиденье в подголовнике оборудовано дополнительными динамиками. Что они дают нам? Например, сзади у вас передвигаются на заднем ряду дети. Они заснули. Для того, чтобы их не беспокоить, но продолжать наслаждаться музыкой, либо разговаривать через громкую связь, здесь создается ваша особенная атмосфера, которая приглушает звуки там и оставляет их только спереди. Немаловажно отметить, что в этом автомобиле есть очистка и ионизация воздуха. Ионизация воздуха предполагает наличие трех картриджей с разными запахами. Вы можете менять их в зависимости от стиля вождения или от вашего настроения. Все запахи разрабатывались известными парфюмерными домами. Сиденье пассажиров с пятью режимами массажа и с удлиненной подножкой для ног, так называемой атаманкой, которая обеспечит премиальный уровень комфорта для пассажиров. В автомобиле, как мы можем заметить, высококачественная кожа, это эко-кожа, однако она менее подвержена сгибам, заломам и вмятинам. С учетом обновления модельного ряда, появления новых брендов, сейчас людям очень тяжело сориентироваться в этом всем. Эта выставка помогает расставить приоритеты, понять, кто из дилеров какой бренд представляет и в чем отличие этих брендов. Чего мы ожидаем от этой выставки? Мы ожидаем повысить узнаваемость о нашем новом бренде, пригласить гостей и потенциальных клиентов на тест-драйв как здесь, в рамках выставки, так и в нашем автоцентре на Лещинского 4. Меня зовут Мария Тушумеева, руководитель отдела продаж. С удовольствием приглашаем вас на выставку «Автоэкспо».